Всем привет, с вами Черный Металлограф Фактория. Так, мы что собирались здесь? Мы собираемся расширить вот эту вот ерунду. Руды пока тут, смотрю, хватает, значит, можно смело расширять. Так, мне нужно еще две этих штуки, дробилки. Раз, два. Убираем. Убираем. Давайте соперить. Так, надеюсь, этого мне теперь будет вполне достаточно для того, чтобы покрыть эти заводы. Да. Так, ты по низу у нас пойдешь. Поверь. Ну, вообще-то довольно-таки забавная система, я тебе скажу, получается. Так, ты у нас вот так вот ставишься. Давай, выходи сюда. Куров, думаю, добавлять не стоит. Я смотрю, и так его хватает вполне. Так, так берешь. Так брать и так брать. Хорошо. Давай-ка посмотрим, как они начали колбасить. Можно даже еще один добавить, да? То есть получится 5. Нет, тогда последние не смогут ничего ложить. Да, вот идеальная система, это 4, то есть 2 к 1. Так, как ты тут пошла, давай показывай. Вы успеваете справляться? Да, они вполне справляются, кстати. Руда. Ну, руда идет пока скопом таким. Ну, нормально, нормально она идет. Тут хоть на все печки-то хватает. Нет, конечно. Кто, блин, сомневался. Задействована меньше половины. А, блин, больше руды. Так, а ты что стоишь? А-а-а, я понял. Мне этого мало, надо, чтобы еще один был. А, либо ускорить или пихать. Смотри, здесь уже впритык-то пошло. Ага. Надо увеличивать количество руды добываем. Ай-яй-яй. 2, 3, 4. Сейчас давай-ка дадим газку. Ребят, что это мы так плохо работаем? Ох, ёпта, электричества не хватает. Хорошо, хоть, блин, посмотрел. Сейчас был для меня сюрприз. Ладно, вот так вот возьму. Вот этого я не ожидал, кстати. Так, ставим еще один генератор. Так, все. Начинается в колхозе утро. Блин, радар бы поставить. Я надеюсь, там тролики-то мы исправятся. Их очень мало.
Ладно, посмотрим. Ну вот уже пошло более-менее плотным потоком. Сейчас давай посмотрим, как оно конкретно пойдет. Не, все равно не хватает, смотри. Надо еще, да, бура 4 ставить, но, блин, там надо много сильнее геморроиться, походу надо две дорожки пускать. Да, по-другому надо, походу, две дорожки. Ну, я сейчас увеличу, конечно, поток, но все ж таки этого будет недостаточно. Давай еще два бура. Чтобы он уже был полностью плотный. Опс. Упс. Ну да, вот так вот увеличу. Но, вероятно, дорожки надо будет все равно две ставить, но не хватит. Поехала, поехала. Так, сейчас поток должен пойти сильнее. Ну, не намного ты сильнее. А, нет, смотри, уже плотный рудой, плотный, плотный. Все, вот уже пошла плотная руда. Давай заценим. Кажется, все равно этого будет недостаточно. Ой, бляха, хватает только зараза на двоих. Вторую дорожку пускать. Блин. Так, давай-ка я вот так вот поставлю, пусть она тут поднакопится. И надо будет проверить, надо ли вторую дорожку пускать. Ну, чую, надо. Жопы чую, надо. Да, они очень быстро все расфасовывают. Максимум, что достает, так это до третьего. Вот, блин, отстой-то какой. Так, вот смотри, а, уже посмотри, смотри, плотно пошла. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не-не-не, все в порядке, друзья. Все будет хватать. Одна полная дорожка. Нормально хватает. Частично. Можно даже ее немножко буду. Хотя усиливать смысла нету. Все. Этого нормально всего хватает. Не по полной, конечно, но хватает. Хотя я вторую дорожку подключил. Потому что это не забьется линия по-любому. Здесь у нас нормально все хватает. Здесь у нас нормально всего хватает. Ну, давай еще два бурая на запас там поставлю. Как раз здесь все соберем. А, мишеров нету, ёшки. Ой, слушай, у меня уже все хорошо становится. Вот только с оловом сейчас надо будет разбираться. Это немножко геморройно. А чисто лаборатории здесь ставить я не буду. Так, ну она у нас прекрасно стоит, кстати говоря. Меня интересует другое. Он же может еще тут перерабатывать. Ну ладно, пока уж так сортирует, хрен то есть.
Я тут пока до нового тира дойду, довольно много времени уйдет. Полу надо что-то делать. Полу-то мало. Я сейчас железо иметь продам тогда. А, опять пошло разнобой. Да что ж у тебя такое там прет-то, что ли? Еще дополнительные буры ставить. Больше буров надо. Нужно больше power. Ну, два бурта я поставлю. Я могу еще внизу поставить буры вообще, если так разобраться. Это до сюда воткнем. Дай-ка я здесь все почищу. Ага. Одно одинокое дерево. Я сейчас все тогда почищу, тогда сделаем немножко поинтересней. Так, поставим пока на строительство баночки. Надо до нефтянки будут доходить. Тогда вот здесь еще один бур. И вот здесь бур. Потом у нас пойдут буры уже вот здесь вот. Но это я так сделаю. Для припугивания, так сказать, друзья. Так. Голяш, иди сюда. Угу. Ну, руда сейчас опять энергии не хватает. Я что-то не могу понять, а почему так оно? Давай так тогда делаем. Слушай, тогда надо будет срочнее изучать нефтянку. Что за безумие-то такое? Яростное при том-то. У нас тут одни зеленые пузырьки остались. Класс. Надо сделать побольше красных. Красные, красные. На них тоже олово требуется, но не так он. А нет, олово не требуется. Сейчас их наштампуем так, что хватило на будущее, так сказать. Не, смотри, вот теперь энергии хватает. Здесь не хватает. То хватает, то не хватает. Да что за херня-то так? Так, 9 мегаватт. Хорошо, хорошо. Смотрим. 2,2. А, так она девяточку жрет. Блин, на не жестком перегрузе. Я начну вот постепенно отказывать. Надо стабилизировать, но не топливо много жрут. Застроиться. Ну, 100 киловатт ест бур, блин, какого лешего, а? Так почти полная грядка идет. Вот, блин, нужна абсолютно полная грядка, чтобы эти вот 4 хоть более-менее спонсировали друг друга. Иначе по-другому не выходит. Увы. Ну ладно, сейчас мы буры доделаем тогда.
Я думаю, этого хватит. Ну да, пусть он тут 5 буров мне доделает. Дальше он уже 2 этих еще сделает. Запас будет на электроэнергию. Правда, мне не очень это все нравится, если честно. Слишком как-то странно. Вижу, очень странно. Надеюсь, это-то потом сожрет. Ага. Пошли поставим тогда 2 еще генератора, но их немножко заправлю. Топлива там у меня на все не хватит. Конечно, тоже обидно, но ничего не поделаешь. Надо нефтянку срочно. Да, еще запас есть практически. 3 мегаватта, отлично. Так, вы пошли работать. Теперь мне нужно, чтобы вы сделали. Ой, я сейчас это не сделаю, потому что у меня строятся эти пузырьки. Не строится. Хорош меня пугать. Тык-тык-тык-тык-тык. Напрягает немного, в курсе. Так, можешь сделать еще один фуил процессор. Даже парочку, а? Давай сделаем. Еще 2. Явно мне этого не хватит. А. Практический момент. И забываю все. Постройки фуил процессоров, они самое оптимальное решение. Не, ну руда идет хорошими комками, я тебе скажу. Я думаю, даже это подключать-то и не надо пока что. Это можно подключить. Они что, работать-то все равно не будут. Ладно, пошли за улом сходим. Он, конечно, с ним что-то будет придумывать. С уловом беда. Что конкретное? Да с камнем тоже надо будет что-то думать. Мне мозги сейчас плавятся. Думай там, думай тут. Чуть-чуть не хватило. Угу. Ну, отлично, у меня это будет как дополнение, так сказать, прикрытие. Вообще в самом лучшем варианте надо будет 3-ю дорожку пускать. Ну, здесь вот так вот разъединитель тогда. И пусть он, короче, пускает довольно-таки плотную руду. Сейчас руда будет очень плотно идти. И давай посмотрим. По идее, это еще не плотность руды большая. То есть это не полная плотность. Видишь, здесь прокол. Где еще тут? Здесь вот, к примеру. Так что, когда запустим плотную руду, будет довольно-таки проще. Но мне надо будет еще подумать.
Как мне вот этот вот вещшлак аккуратненько на переработку вести? Это будет так. Здесь у нас где-то будут подземными конвейерами, не знаю, он соединяться что ли вот так вот. У него тут дофига получается. Так эту штуку-то надо будет сюда вот относить. Каждому заводу равнозначно, чтобы она была. Вот уже пошла абсолютно полная линия руды. Ну и ее хватает более-менее. Сейчас посмотрим. А, все, вот абсолютно полная дорожка руды. Практически то же самое, но ее хватает. Блин, с ним пусть они так работают. Что тут, что там. Нужна все равно вторая дорога. А мне сейчас не до этого. Мне надо сделать так и так. Сделать так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я сейчас тыщенцу наклепаю этих пузыречков. Пока сбегаем тогда. У меня там никого не убито пока что. В порядке. Сколько тут руды накопалось? Вот вопрос. Два конвейера поставил. Обалдеть, это поможет. Ну слушай. Шикарно. Так, мне нужно два майшера купить, но, блин, а руды-то поток хреновый. Ага. Так, погоди-ка, у нас здесь есть изучение, к примеру. Хранилище руды. Надо. Ладно. Сейчас пока я его явно не изучу. Радар тут доизучивается. И подкинем еще пизельков на радар. Он наконец-таки доизучился. И мне нужно будет делать, скорее всего, вот такие вот склады для руды. Угу. Хочу кое-что проверить. Я, возможно, сейчас буду всю руду, вот, к примеру, отсюда, впихать в склад сюда куда-нибудь. Поставлю, посмотрю, как он выглядит. Ну да, вот так вот склад пихать. Чтобы она чисто, к примеру, тут на один выход конвейера вот такого давала мне, к примеру, сюда железо. Иначе я заторами этими не разберусь. Что на радар нужно? Примитивная электросхема. Ну, конечно, кто бы сомневался. Так, склады, склады, склады. Склады под руду-то есть? Продвинутая переработка. Так, я склады пока изучу. Известняк. Что? Варушку можно изучить, кстати говоря. Давай изучим. Голову-то все парим. Так. Продвинутая механическая обработка. Ну, в принципе, она мне не нужна. Мне и такого бы хватило. Мне просто интересно, как вот эти вот кристаллы делать, все остальное. Просто, возможно, склад этот будет совершенно другой. То есть это первоначалка у меня. Есть возможность того, что мне придется очень сильно это все увеличивать. Поэтому я специально отвел подальше.
Вот вопрос, насколько сильно это надо будет увеличивать? Какие схемы надо будет строить? Уже категорически, так сказать. 13, 10, 2, Так, хорошо. Давай склады изучаем тогда. Так, эта упаковка пошла нафиг. Склады, склады, склады. Чего они там строятся-то хоть? А, ничего сложного. Правда, у меня этого нет, ну да ладно. Так, здесь у нас что будет? Здесь мне нужна будет лапка. Лапки я могу построить? Да, до хрена могу. А на лапки-то, кстати. Кстати, кстати. А ты посмотри, на лапки-то улова не нужно. О, как оно. Сейчас лапки буду делать и их продавать. Уже почти пятый час, я не то что не развился, я вообще на месте стою, топчусь. Жизнь какая-то. Я вот просто думаю, просто взять дробленый, поставить несколько цехов, его дробить. Нет, тут надо определенный, не получится, я же хотел все дробить. Нет, получится опять же три цеха, только с добавочной, как говорится, стоимостью. То есть здесь у нас получится переработка такая же. И здесь. Вот проблема в том, что здесь-то у меня железо, и здесь у меня как бы медь. Тут и железо, и медь производится. Я согласен, не в равных количествах, но, блин. Как с этим быть? Вот в чем вопрос. Давай-ка тебе железо подкину. Мне пока потрошки клепай. Раз железом у нас все урегулировалось, это может быть не замечательно, если мне не будут делаться нон-стопом патронские. Но хотя можно сделать тогда по-иному. Сколько этот склад будет, во-первых, по размеру, надо узнать. Так, и, кстати говоря, смотри, как руда плотно пошла. Надо активировать все печки. Я еще думал, мне хватит, да нифига ты посмотри. Сейчас бегаем за топлячком, активируем все печурки. Вообще будет шикарненько. Она сейчас станет все нахрен производство и будет мне уля-ля. Сейчас приток ресурсов мне жизненно необходим. Так, отлично, все печки как раз хватит. Так, прекрасно. Эти склады у меня изучились. Какие-нибудь склады для руды есть еще? Склады. Бункер для руды. Опа-на, почему я его не видел? А в чем разница между складом и бункером? Да, в чем разница? Ладно. Давай-ка для начала найдем, где они строятся. Что это такое? Improved furnace. Зачем она improved? Ага. Слушай, интересно даже стало. Ладно. У меня зачем? У меня есть и так там 1,7. Я уже могу строить, которые 2 сразу. Иначе, блин, опять ночь. Умная ночь. Никто не сможет тебе помочь. Сейчас.
Я найду то, что ищу. Парни, надо работать. Ну, тебе придется пока как-то так уже. Так, все, пошла моча по трубам. Все переделывается, все хорошо. У меня, конечно, есть вопрос, что это такое. Ну ладно. С ней вообще-то, по идее, должна была метить. Типа. Почему здесь он так стал? Ну да, у меня вот так вот медь шла. Ладно, с этим я потом уже буду разбираться. Сейчас вообще это ерунда все. Мешера больше, мне две штуки еще по идее надо было бы. Сейчас не до них, они и так, смотрю, все прекрасно разбирают, расхреначивают. Ну да, вот стабилизировалось теперь все, и вот как раз хватает именно их для мешеров. Так что насчет железа и меди я париться уже не буду. Блин, бешеное производство, конечно. Просто реально бешеное. Ну что ж поделаешь, такая вот игра. Так. Отлично, буры стоят, они сейчас будут потреблять намного меньше. Да вот ни хрена подобного они меньше не потребляют. Они только походу больше стали жрать. Они же когда стоят, они не должны работать. Чего это они вдруг энергию-то потребляют? Это что за дела? Непорядок. Непорядок. Ну, по топливу-то... Жесть, как плохо, да? Так, здесь нормально. Здесь так себе. А, нет, смотри, по топливу пока все хорошо. Зря переживал. По топливу пока живем, друзья мои, живем. По топливу нормуль. Так, хорошо. Он вообще 75 киловатт живет. Жесть, конечно, жесть. Так, ладно, нам надо сейчас сгорцевать нефтянку. Продвинутая переработка. Давай, кстати, изучим. Посмотрим, что это за хинея такая. Так, погоди, он мне дает что? Вот, железная руда. 4x. Ему нужен дробленый сапфирит. Да это нахрен мне нужно. Оловянная руда, дробленый стеротит, бомбониум. Бомбониум и так могу оловянную руду получить. В чем прикол? Не понял, если честно, но понравилось. Так, пошли пузырьки пока положим.
Так, будем делать эти. Немножко сделаем. Сделаем вообще вот это вот по полной конвейеры. Продвинутая обработка руды. Это у нас здесь появится еще чего? Один обработчик, что ли? Какой-нибудь МК-2 или МК-3. А, так я еще в руках могу ее перерабатывать. Ты посмотри. Только 4 секунды это займет. Угу. Там 1 секунда была. Так, может попробовать. Ну ладно, это пока я заниматься этим не буду. 157 лапок. Давай я половину забарыжу. Только 6 стоите. Ну ни хрена себе они стоят. 5 нахуй. А чё это такая цена-то у вас бешеная стала? А мне нравится. Ладно, воспользуемся моментом. Это да, если тыщенцу я построю. А сляма будет. Так, друзья, я пока уйду на паузу. Или посмотрю, сколько там времени наснимал. Сейчас я немножко торговлей позанимаюсь. Время еще есть. Там пусть у меня все копится. Ну да, он также остановился, кстати говоря. Пока у меня все копится, там руда. Я тут еще исследованиями позанимаюсь, всякую фигню построю. Все-таки надо до конца мне догнать, в чем прикол всего этого дурдома. А потом уже буду разбираться, что как чему.